Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 13-го каталога Faberlic, план покупок, отзывы и много интересной информации. В 13-м каталоге у нас стартует интересная акция, периодически они у нас бывают. Ну, по большей части они бесполезные, редко кому достаются хорошие подарки, скажем так. А за каждые потраченные 299 рублей, грубо говоря, 300 рублей в заказе, вы получаете карточку, которую вы впоследствии активируете в своем личном кабинете. И со следующим заказом, получается, в 14-м каталоге, вы можете не в 14-м даже, у нас, наверное, два каталога эта акция будет. А, нет, в 14-м, да, мы получаем призы, мы активируем карту и видим, у нас там либо скидка 40, 50, 60, бывает, мне кажется, изредка даже 70% на какой-либо товар, либо какой-то продукт за 1 рубль иногда получается, а главный приз у нас миллион, 1 миллион рублей, даже 2 приза. Кому-то достанется по 1 000 000 рублей, двум счастливчикам, 15 телефонов Samsung Galaxy, 150 сумок и 2000 флаконов парфюмерной воды для женщин. Новинка, причем это будет только 14-го каталога. Desirable, мне кажется, так называется. Вот. В общем, вот такие призы. Так что, в принципе, есть смысл сделать хороший, достойный заказ, чтобы собрать побольше карточек и выиграть побольше призов. В самом начале каталога стартует новая коллекция одежды и аксессуаров. Я одежду Faberlic не покупаю, я считаю непомерно завышенными цены, и мне не очень, если честно, нравится фасон и стиль в одежде Faberlic. Я даже считаю его немного безвкусным. Но, тем не менее, знаю, что есть любители стиля Faberlic, и с 13-го каталога у нас будут большие размеры одежды до 60-го. Знаю, многие девочки жаловались, что убрали большие размеры. Не знаю, будем смотреть на сайте, зависит ли цена от размера, как было это раньше. Но, тем не менее, до 60-го размера, девчонки, есть одежда любого фасона. В принципе, та же самая, что и в обычной коллекции. Но она представлена вот отдельно, и у нас уже здесь модели такие фигуристые представляют ее. И верхняя одежда здесь есть, и курточки. Ну, в общем, для тех, кто любит, есть действительно из чего выбрать. Вот такие вот фасончики, куртка и даже пальтишко. Ну, вот пальтишко так ничего, в принципе, куртка, ну, не знаю, на любителя. В 13-м каталоге мы сможем применить свои купончики на летние скидки 50%. То есть, если кому-то приспичило купить аромат, который в этом каталоге не по акции, но он вам очень нужен, то купон пригодится. В любом другом случае они бессмысленны. На ароматы бывают скидки гораздо больше в каталогах, больше, чем 50%. Поэтому в таких купонах я тоже абсолютно не вижу смысла никакого. Стартуют новинки в линейке ICU. И здесь у нас двусторонняя подводка для глаз со штампом за 500 рублей. Мне кажется, это очень крутая цена. На AliExpress можно взять такую подводку за 100 рублей максимум. То есть, с одной стороны, у нас черная подводка обычная, а с другой стороны, у нас звездочки. То есть, вот, как видите, на модели. Мы можем рисовать себе звездочки. Я не знаю, кто будет это делать. Мне кажется, разве что для детей побаловаться вот это вот взять. Я не представляю себе взрослую девушку, женщину, рисующую на своем лице звезды. Ну, не солидно это все как-то и даже смешно. Эффект тату нам обещают от этого карандаша, от этой подводки. Не знаю, насколько она будет стойкая, посмотрим. Я брать не буду однозначно, мне такое счастье не нужно. Увлажняющий тональный кушон для лица. Что такое кушон? Я думаю, многие девочки знают. Это типа рассыпчатой пудры, еще она увлажняющая. Но я именно из-за этого не люблю линейку ICU, потому что, ну, слишком мое лицо блестит, а иногда даже и краснеет после использования этой серии. У меня и так кожа комби, поэтому лишний блеск, но он мне вообще ни к чему. Поэтому брать тоже не буду. Еще и за 1000 рублей пудру, ну, не знаю. В новинках у нас CC-крем для лица с SPF 15. Здесь 30 мл и стоит он 800 рублей. Вот он. Видела у девочек в обзоре. Он тоже придает вашему лицу блеск. Поэтому, ну, не знаю, разве что у кого сильно сухая кожа, можно пользоваться такими средствами.
Появляется повязочка на голову 399 рублей. И, в принципе, со скидкой консультанта она будет 300 с небольшим рублей. Это более-менее нормальная цена. Но мне уже идет такая же с Алиэкспресс за 100 рублей с вот этой известной вот фразой ОМК. Поэтому брать не буду. А кому действительно, кто любит уход за лицом, кто часто делает масочки разные, как я, например, скрабики, такая повязочка очень нужна и необходима. Потому что если ободком убирать волосы, на волосах может оставляться след, так же, как и от резинки, а мягкая такая велюровая повязочка – это вообще выход. В серии Bloom у нас распродажа на все возрастные линейки. Набор сыворотка плюс ночной крем всего за 429 рублей. Кто любит эту линейку, тоже можно присмотреться. Я брала сыворотку, брала крем для век. И для моей кожи серия 35+, как-то вот маловато. Водичка. Может быть, стоит попробовать 45+, и будет какой-то эффект. Но пока не вдохновила меня эта линейка. Вот, смотри, 429, любой возрастной ночной крем и сыворотка. Мне очень нравится серия Weekend. Поэтому я, скорее всего, возьму вот этот набор, в который входит очищающая эмульсия и крем. 569 рублей – это нормальная цена за два хороших средства. Я пользуюсь сейчас этой очищающей эмульсией, и она мне очень нравится. Она прекрасно удаляет макияж. Если не с первого раза, вы знаете, может иногда остаться под глазами, но не прям по всему лицу, вот под нижними ресничками, тушь слегка, то я еще раз нанесу на руки эмульсию, пройдусь по всему лицу, и здорово. Там довольно большой объем, не знаю, 150 мл, но там маленькое количество прям нужно. Вот наносите, лицо массируете, эмульсия превращается как бы в такой прозрачный тоник, и кожа мне нравится, как себя ощущает после этой эмульсии. Очень. Был у меня из этой серии еще гель, им я тоже довольна на все 100. Я использовала его как ночной, потому что это довольно питательная линейка. Думаю, крем будет еще питательнее. Мне как раз вот на ночь нужно какое-то средство. Все позаканчивались. И вот этот наборчик я буду брать. Вам рекомендую тоже попробовать. В серии Axiology мы можем приобрести активный спрей для лица за 65 рублей, за 69, если возьмем любой дневной крем из серии Axiology. А пока еще тепло, если будете пользоваться этой акцией, я вам советую присмотреться обладателем комби кожи к серии «Кислородный баланс» и взять дневной крем здесь, потому что он слегка матирует. Если вот ночной, я вот сейчас еле-еле добиваю что-то, никак он и не матирует, но на ночь это не надо, и достаточно не питает кожу. Не подходит он для ночного ухода мне лично, но я его добиваю. А вот дневной классный. В общем, акция неплохая, спрей у нас так стоит 179 рублей, мне он понравился, я использую его, девчонки, как вы мне советовали, когда делаю глиняные маски, и просто перед своим дневным или ночным кремом на лицо. Спрей хороший, освежает, здорово. Желтые ценники на линейку «Кислородное дыхание» Axiology, то есть при покупке двух продуктов вы получите такую хорошую скидку. У меня есть умывалка из этой серии, у меня была мицеллярка из этой серии. Умывалка никакая, мицеллярка щиплет глаза. Единственное, что мне понравилось, это гамаш, но он не участвует в акции, он 279 рублей стоит, вот он. Гамаш классный, даже лучше, чем скраб. Если будет скидочка, присмотритесь. После него лицо как будто дышит. Мне очень нравится, как он действует на лице. Я использовала его как умывалку 1-2 раза в день, как бы утро и вечер. А в линейке Pralexir тоже желтые ценники на 3 продукта. У меня есть гель-маска. Вот это вот с гиалуроновой кислотой, она мне очень нравится. Она действительно, вот сегодня я ее делала, питает кожу. Ну, не питает, нет такого вот, но увлажняет хорошо. И мне нравится, как она работает на лице, мне нравится запах. Но 99 рублей по акции за патчи, за одну пару, как бы, ну, мне кажется, это дороговато. На один раз 100 рублей приложил и выкинул, поэтому брать не буду. Давно хочу попробовать пенку для умывания от Гардерики. Я слышала очень много положительных отзывов, но пока у меня много умывашек, но я в ближайшем будущем обязательно ее возьму. Здесь у нас скидки 50%, 389 рублей она будет стоить. И, ну, пока я не слышала ни одного отрицательного отзыва. Очень хочу эту линейку протестировать, возможно, осенью и ближе к зиме.
воплощу свою идею в хорошая жизнь. Хорошая скидка на серию «Эксперт», пилинг, АБЦ-программа. Можно взять все три средства за 1000 рублей. И что я хочу сказать? Мне все эти три средства приходили в подарок в том году за какой-то шаг, и мне очень понравился этот пилинг. Он действительно классный. В принципе, нет смысла брать шаг Б, потому что это успокаивающий крем, и можно нанести любой свой деликатный уходовый продукт на кожу после пилинга. А шаг А – это у нас кислоты, просто кислоты, которые мы 2 минутки держим на лице, потом смываем. А шаг Б – это и есть сам пилинг. Если вы не можете себе позволить взять все три средства, то я вам очень рекомендую присмотреться к шагу Б. Это и есть сам пилинг с микрочастичками, который потрясающе отшелушивает. Кожа у вас потом красная несколько часов, делаете эту процедуру на ночь, ну и с утра, соответственно, SPF. Пилинг хороший, он действительно приравнивается практически к салонному, мне он очень нравится. Летом я его не использовала, убрала в шкафчик, потому что боюсь пигментных пятен. А вот через месяц где-то я возобновлю использование, потому что очень мне нравится эффект. Кожа прям после него, ну просто шелк, очищенная, как и должно быть после пилинга хорошего. Еще серия «Эксперт» у нас с ретинолом. Тоже идет по акции, желтые ценники. 2 продукта берем, получаем скидку. Слышала тоже очень много положительных отзывов, прям много-много, и тоже давно хочу ее попробовать. И буду это тоже делать ближе, наверное, к зиме, к осени, потому что девочки писали, что действительно есть эффект, ретинол, коллаген, что действительно кожа подтягивается и хорошо выглядит, и мелкие морщинки разглаживаются. Поэтому кому такой уход нужен, тоже присмотритесь. Пока хорошая скидка. На сыворотку для роста бровей. Скидка, я ее не брала, но у меня есть сыворотка для роста ресниц. На нее пока нет скидки, 299 рублей, можно взять и дешевле. И вы знаете, она мне очень нравится. У меня даже после последнего использования аж в уголке глаза ресница начала расти. Если пользоваться ей на постоянной основе, я как-то курсами, причем она у меня уже давно и все никак не кончается. Мажу реснички, а тут спонжик такой на конце есть. Беленький, вот он. Этим спонжиком прохожусь по линии роста ресниц верхних и нижних и немножечко щеточкой потом их прокрашиваю. И этой же самой сывороткой для ресниц, потому что не вижу разницы. Мажу брови. Тоже рост отмечен мною хороший. Реснички становятся, не знаю за счет чего, ярче. То есть они черные. Прям если вот летом они у вас сейчас выцвели. И самое время взять такую вот сыворотку. Она действительно работает, но при регулярном использовании. 45% будет скидка на Трирол гель от отеков и темных кругов под глазами. Вот он. Он тоже у меня есть на экстренные случаи. Иногда бывает, проснешься, у тебя отеки под глазами. Темные круги, конечно, я не знаю, уберет, не уберет, но отеки слегка, слегка он убирает. Я не скажу, что совсем до идеального состояния, но слегка убирает. Он лежит у меня вот на такой экстренный случай, и мне кажется, надо даже его положить в холодильник, потому что сами шарики вот эти металлические, здесь 3 штуки, они хоть и холодненькие, но недостаточно. Мне кажется, если доставать его из холодильника, эффект будет еще лучше. У нас появляются 2 новинки в серии для коррекции фигуры. Ну, точнее, одна уже в этом каталоге стартовала. Это моделирующий крем с охлаждающим эффектом. Вот он. И скраб, тонизирующий скраб. Аха. Я не знаю, здесь что, аха-кислоты. Ну, не знаю, антицеллюлитный скраб. Мне кажется, любой скраб, он сам по себе антицеллюлитный, потому что, используя его, вы делаете массаж. Особенно, если скраб нормальный, с большим количеством отшелушивающих частиц. Поэтому, ну, не знаю, брать вот этот или не брать, потому что я вообще в последнее время кофе скрабирую тело. Варю кофе, вот как бы что остается, мешаю с гелем для душа и использую как скраб. И лучше этого средства, мне кажется, ничего нет. Никакой косметический скраб от производителей не заменит кофейное скрабирование. В серии Ultra Clean 5 очищающих полосок, если мы берем, будут стоить 19 рублей. Мне очень нравятся эти полоски.
Я очищаю ими нос, лоб, Т-зону, в общем, полностью. И была на них тоже акция по 19 рублей. Я набрала их много, они у меня еще есть. Возьму обязательно 5 штучек минимум, а может быть и 10 себе про запас, потому что они действительно здорово вычищают поры. Прикладываете эту салфеточку, она прилипает, сверху мочите водичкой обильно, чтобы она вся была мокрая. И когда она полностью высохнет, отрываете и прям... огонь. Серию вербена снова желтые ценнички. При покупке 2 средств будет скидка. И я запасусь, наверное, мицеллярной водой, хотя у меня сейчас 200. Очень хочется попробовать CC-крем. Я слышала тоже на него много положительных отзывов. Начинается осень. Тяжелый какой-то тональник прям, ну, совсем не хочется использовать. И, наверное, я возьму мицеллярную водичку еще раз, потому что она очищает кожу до скрипа и не щиплет глаза. Мне она понравилась безумно. Просто за такую цену, она гораздо лучше из серии Axiology, мицеллярки, там из других серий я еще брала, уже не помню. И если вы, девчонки, пробовали вот этот CC-крем, пожалуйста, напишите свои отзывы. Мне хочется взять его тоже попробовать. Вы 2 продукта крема Ботаника по 89 рублей. Я никогда не брала эту линейку и, честно говоря, не хочу, потому что, мне кажется, это такой наибюджетнейший вариант, который не очень хорошо... Ну, не то, что не очень хорошо, но не будет делать вам видимых изменений на лице. Любая тканевая маска по 79 рублей. Сейчас, кстати, для спящих консультантов эти маски раздают в подарок. Кто в этом каталоге не делал заказ, ну, я не знаю, ради такой маски, потому что мне они не нравятся. Мне ноль эффекта и большое неудобное лекало, поэтому я их больше брать не буду. Про руки. Любое средство для рук по 75 рублей. Брать тоже не буду, они никакие. Для нормальных рук, может быть, и подойдут крема. У меня руки сухие, мне они вообще никак. А вот формулу омоложения буду брать однозначно. Вот этот беленький. Вот эти тоже мне нравятся, но белый все равно питательный. Вот он прям то, что нужно. И любое средство для ног тоже по 75 рублей. И тоже все они никакие. Сейчас у меня в использовании бальзам для усталых ног. Охлаждение и релаксация. Охлаждение длится 2 секунды, не больше. Вот этот вот. Усталость с ног не снимает вообще. Вообще, вот ни грамма просто, я больше брать не буду однозначно. И 50% скидка у нас на серию D-Line с алоэ вера. У меня есть крем-гель после депиляции. Вот этот вот, в принципе, 129 рублей, на него хорошая цена. Я использую электрический эпилятор и после него наношу вот этот крем. И действительно, раздражение проходит моментально, и кожа себя прекрасно чувствует. Поэтому я советую для тех, кто делает... депиляцию, эпиляцию, вот этот вот кремушек взять для себя. Любые 2 дезодоранта по 85 рублей. Мне очень они нравятся, я, скорее всего, возьму себе. И, скорее всего, оба вот такие голубенькие. Это у нас морская свежесть. Мне подходит. У меня, в принципе, потливость такая неплохая. То есть, но меня не защищают абсолютно никакого запаха, никакой влаги. Нужно дать только ему высохнуть как следует, потому что это все-таки шариковый дезодорант, нужно понимать. Но в нем нет алюминия, соответственно, он безвреден, он не закупоривает поры. Поэтому, ну, безопасным дезодорантом как-то пользоваться гораздо приятней. Будет акция на мою любимую линейку для волос. Это салон Kia. Смотрите, умный кератин и активный гиалурон. Бальзам плюс шампунь будут стоить 449 рублей. У меня сейчас в использовании умный кератин. Я тоже брала по акции шампунь и бальзам. И мне очень нравится эта линейка. Вот сегодня я тоже мыла голову, посушила. Все, волосики лежат хорошо, прекрасно себя чувствуют. Мне нравится, как после этого шампуня себя чувствуют волосы. Реально. Они не так пушатся. Я не знаю, они, ну, напитанные. Хотя вот им с первого раза не вымоешь. Приходится 2 раза намыливать голову, потому что эта линейка у нас без парабенов и всяких вредных веществ, СЛС и так далее.
Здесь 250 миллилитров, это хороший объем, и за 449 рублей взять достойное средство для своих волос, это совершенно недорого. Минус 40% на мою любимую краску, она будет у нас стоить 139 рублей, это Faberlic Expert. Я буду брать два оттенка, 8.1 и 7.1, и буду их смешивать. И девочки очень просили снять видео процесс окраски волос, поэтому будем краситься вместе с вами. В серии Faberlic Expert с красным крестиком у нас шампуни идут с 40% скидкой. И если у вас есть проблемы с выпадением волос, с перхотью, либо с жирностью, то я вам очень советую к ней присмотреться. Это действительно работающая серия, она действительно помогает справиться с проблемами. У меня до сих пор в использовании стоит регулирующий шампунь для жирных волос, потому что изредка, где-то, ну, может быть, раз в месяц, а то и раз в два месяца, почему-то мои корни решат вдруг жирниться. Хотя пересушиваю их светлыми оттенками, да, при окрашивании. И вот этот шампунь, регулирующий для жирных волос, мне помогает с одного использования. То есть я им помыла и дальше месяц-два хожу. Получается, он проникает в кожу и действует на уровне сальных желез. Я так подозреваю, раз с одного аж применения, он помогает мне решить мою проблему. Поэтому, если у вас есть тоже такие проблемы, присмотритесь обязательно. Это достойная линейка Космецевтика, которая обладает не только косметическим, но и лечебным эффектом. Из детской линейки обязательно буду брать зубную пасту «Яблоко» для детей. На нее хорошая скидка 69 рублей, это 3+. Так, где она у нас? Яблоко, вот она, оранжевая. Сейчас у нас груша в использовании. Щетка 149 рублей детская, это дорого. Нет, я сейчас беру дешевле. И жидкое мыло. Возможно, мы будем использовать его как пенку, но здесь есть и пенка. За 99 рублей. Вот, смотрите, любое. Тоже возьму какое-нибудь обязательно. Ребенок выберет сама. Кошка Малинка, тоже паста по 69 рублей. Вот. Но мне они как-то не очень, знаете, мне больше, хотя они тоже хорошие, мне больше вот нравится из Техно Kids линейки. Ну и дальше у нас парфюмы, на которые мы можем применять свои карточки. То есть, допустим, если вы хотите взять по карточке зеленую Ренату, это будет абсолютно невыгодно, потому что она стоит в каталоге дешевле, чем бы вы ее взяли вот эту вот цену пополам. То есть с карточкой вы ее возьмете за 1250, а в каталоге она 999. То есть расходуйте свои карточки с умом, если есть необходимость. А вот красная Рената у нас 1999 по каталогу. И если мы применим карточку, то 2500 делим пополам, и она будет 1250. Ну, в принципе, и так далее. Я сейчас ароматами от Faberlic не пользуюсь. Мне они не нравятся ни один. Поэтому карточки, конечно, предложу, может быть, кто-то хочет ими воспользоваться. Всего, что я пробовала Faberlic, на уровне, мне кажется, только серия Феерик. Вот она, да, ей я пользовалась с радостью и добила флакон оранжевый Феерик Эмансуэль. Да, вот он действительно на уровне. И стойкость, и аромат интересный. Его вот можно брать. И на него будет в этом каталоге хорошая скидка 599 рублей на оранжевый. Розовый по 799 будет, как обычно. Есть много любителей у ароматов Fruity Story. Они будут по 259 рублей, если брать два. У меня есть подружка тоже, которая много лет пользуется вот этим вот желтеньким. Обязательно предложу ей воспользоваться такой акцией, потому что аромат... Так, у них, наверное, тут 30 миллилитров. Да, аромат 30 миллилитров за 259 рублей взять, это вообще круто. Для любимых мужчин серия Faberlic Men у нас будет по желтым ценникам при покупке двух средств. Только смотрите, не ошибитесь. Вот любимый мини-формат по 69 рублей. А то вот знаете, были у меня знакомые, увидела 69 рублей для души, шампунь, ничего себе. Это 100 миллилитров. Он вот такой вот маленький. Поэтому смотрите тоже. На объем, на полуматовую губную помаду Овация будет скидка 45%, она будет стоить 299 рублей. У меня есть помадка, это в оттенке 43032, лиловый твит, и мне очень нравится покрытие, мне очень нравится насыщенность цвета, возможность использования без карандаша, потому что и так создается хороший четкий контур. Поэтому посмотрю, может быть, возьму еще какой-нибудь оттеночек. На одну из моих любимых тушей акция будет. Это тушь «Ваш Оскар», суперобъемная, за 249 рублей. Не понимаю отрицательных отзывов ее адрес. Мне кажется, что отрицательных отзывов больше про «Ваш Фаворит», которая здесь внизу нарисована.
А вот эта именно тушь покорила меня просто с первого нанесения. А эффект накладных ресниц при наслаивании создать можно легко. Разделение идеально, никаких паучьих лапок не осыпается. Ничего с ней в течение дня не происходит. Идеальная, на мой взгляд, тушь. Я не знаю, может быть, это зависит от партии, потому что действительно девчонки писали, вот, что она там не подходит им по каким-то критериям. Для меня она просто вот идеальная на самом деле, поэтому присмотритесь, за 249 рублей хорошую тушь взять. Это здорово. Помадка. Абсолютный объем у нас будет по акции за 129 рублей, если вы сделаете покупку по каталогу на 500. То есть она у нас будет на втором шаге оформления, мы сможем выбрать любой оттеночек со 129 рублей. Тоже присмотрюсь, здесь много интересных, ярких, сочных оттенков, может быть, какой-то и возьму. Хорошая скидка на блеск зеркальный объем, он будет стоить всего 109 рублей, но я вам его брать не советую. Не советую за стойкости. Наносится он хорошо, там удобная кисточка, все там замечательно. Там действительно кисть, он не так наносится, как я думала, когда брала его. Там хорошая, удобная кисть, но на 15 минут все, он с губ с ваших уходит, нужно подкрашивать. Поэтому он совершенно не стойкий, но оттенки классные, на губах смотрится здорово. Если вас не пугает частое подкрашивание, то смело можете брать этот блеск. Тушь для ресниц по обычной цене тоже, которая у меня сейчас в использовании, это линейка Very Berry, 299 рублей. Если будет акция, я вам очень советую тоже к ней присмотреться. Она у меня причем уже в использовании, наверное, скоро будет как 2 месяца. Она не думает засыхать там. Реснички идеальные, реснички распахнутые. Она позволяет наслаиваться слой за слоем, только надо делать это быстро, она засыхает. То есть реснички ваши такие сами потом, как силиконовые. Есть вот разные туши, знаете, не вся засыхает так быстро, она вот именно быстро. И мне, кстати, это нравится. Я люблю такие туши, поэтому кто не пробовал, присмотритесь, возможно, как будет скидочка. Вот эта тушь очень хорошая. Будет акция на другие туши, но я вам их брать не советую. Мне ни одна из представленных не нравится вообще. И тут еще и желтые ценники, то есть нужно будет взять 2 продукта, чтобы сработала скидка. Не нравится мне ни одна из тех, что здесь представлена. А вот тени «Галактическое путешествие» по 179 рублей есть смысл взять, но они в последнее время практически в каждом каталоге так стоят. И оттенки почему-то в каталоге представлены не ходовые. Нет, вот какие-то коричневые, рыжие, голубые. Поэтому смотрите сами, решайте сами. У меня есть 3 оттенка, и здесь их нету представлено, не представлены они. Они красивые. Вот эти оттенки, ну, не мое лично. Может быть, кому-то они и подходят. Есть большое количество поклонников у туши для ресниц Flaylashes. Правильно я сказала? Flaylashes, точно. И здесь большой объем, 13 мл, и будет стоить она всего 159 рублей. Я, девчонки, ее не пробовала, но слышала просто море потрясающих отзывов. Пожалуйста, напишите, как вам она, потому что вот уже 2 месяца в Very Berry, хочется взять какую-то новенькую. Картинка нарисована потрясающе, конечно. Если действительно такой эффект, то я возьму попробовать обязательно. В этом каталоге появляется новинка — зеркало с подсветкой. Стоить оно будет 800 рублей. Эта вещь вообще на самом деле удобная. Чтобы наносить точнее и ровнее макияж, особенно в холодное время года, когда освещение у нас в основном только искусственное, зеркало с подсветкой – это вещь. Но я не буду брать его за такую цену, потому что сами знаете, где, на Алиэкспресс и так далее. И даже, по-моему, в Фикспрессе они бывают, иногда можно взять гораздо дешевле. 800 рублей для такого зеркала – это дорого. Хорошая цена будет на биологически активные добавки, на очищение и на контроль. Я пила и то, и другое, и третье, и четвертое. Очищение понравилось. Если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, со стулом, то вот это средство решит вашу проблему однозначно. Контроль. Контроль, да, есть все равно. Вот есть контроль. Если выпить одну-две дроже, получается, во второй половине дня, то вечером, скажем так, ночной дожор включаться уже не будет. Вот однозначно немножко аппетит они приглушают. То есть, кто сейчас сидит на ПП или следит за своей фигурой, я советую вам присмотреться. 399 рублей – это хорошая цена на эти пищевые концентраты. Хотя, девчонки, на осень бальзам «Легкость дыхания», но
Блин, он есть в Фаберлик-клубе, а Фаберлик-клуб отключен. Я вот планировала взять вообще по Фаберлик-клубу. Но будет скидка у нас на легкость дыхания, остроту зрения 299 рублей. Я ни разу еще не брала именно эти бальзамчики. Если кто пил, пожалуйста, отпишитесь. Еще здесь у нас скидки на дрожжи Гипполайт и Алоэ Баланс. Я брала, так как у меня была периодически изжога. Алоэ Баланс пропила, и от изжоги мне не очень помогало. Чуть получше действовала дрожжи Гипполайт. Ну, не знаю, видимых эффектов, потому что нет, а вот как оно там внутри, ну, скорее всего, я возьму еще дрожже, десерт желе Гипполайт, там такие маленькие пакетики, вы его открываете и выпиваете вот этот вот гель такой, который внутри, один пакетик у нас на один день, их там 20, и тоже будет хорошая скидка, 249 рублей всего. Поэтому, может быть, и возьму, пропью Гипполайт. У нас появляется еще одна интересная новинка. Конверт для запекания. Видела я его уже в действии в обзоре у Наташи. Наташа, тебе большой привет. Потому что в каталоге не так понятно. Он у нас идет, смотрите, силиконовый. И внутри еще есть подложка, под которую мы можем вниз на дно этого пакета класть травы, специи и так далее. И с этой подложки может стекать вниз также лишний жир от мяса, лишняя жидкость от овощей. В общем, это, в принципе, вещь очень удобная. Но я считаю опять, что это дорого. Реально дорого. За 1200 рублей брать такой конверт. Если будет какая-то существенная скидка, я, конечно, возьму. А так поищу похожую вещь на Алиэкспресс. Еще одна новинка – контейнер для салата. Стоит он 200 рублей. Это стакан. Я не знаю, насколько удобно из стакана будет есть салат. Здесь есть вилка, здесь есть стаканчик для соуса. И это единственное удобство. По сути, это обычный пластиковый контейнер. Смотрите, вверху вот так вот у нас будет стоять стаканчик, и сбоку прикрепляется вилочка. Брать с собой, в принципе, удобно. Еще одна новинка. Это чистящий крем универсальный для кухни и ванной по 169 рублей. У меня пока много в запасе чистящих средств. Я подожду отзывы на эту новинку. Потому что, мне кажется, лучше средства для духовок и плит Фаберлик еще ничего не придумал. Его, кстати, тоже будет хорошая цена. 149 рублей. Вот это средство, если вы еще его не пробовали, я вам очень настоятельно даже рекомендую попробовать, потому что я им свои кастрюли и сковородки приводила в первоначальный вид, они становились как новые. Вы знаете, на задней этой нижней стороне бывает нагар вот этот, который ничем не очистишь, и я просто раз в год выкидывала старые сковородки, кастрюли и обновляла их. А сейчас я их могу очистить. Замочил на 15-20 минут, и все прекрасно удаляется, очищается. Духовки, плиты я вообще молчу, там без каких-либо усилий все блестит и сверкает. Самое время запастись универсальным антибактериальным средством, которое будет по скидке 50% за 99 рублей. И в сезон осенне-весенний простудный сезон гриппа распылять его просто в воздухе в своей квартире и обрабатывать с ним поверхности. Он убивает микробы, он безопасен, поэтому я люблю вот так его использовать. Сейчас у нас осень, уже почти сентябрь, поэтому за 99 рублей, возможно, возьму парочку. А скидка на средства для ванны чистящие, гель для туалета, они тоже будут по 149 рублей. Это самая низкая цена, которая бывает на средства чистящие Фаберлик. Оба достойные. Гель для туалета у меня есть, кстати, обзорчик. Я обязательно оставлю здесь подсказочку, где я чистила им плитку и стиральную машинку. Он довольно химозный, но он справляется со своей задачей. Он действительно хорошо очищает. Девчонки, еще хочу взять ведро складное. Не было его 5 литров на складе, когда я делала предыдущий заказ. Оно у нас будет 600 рублей, ну, минус скидка консультанта, да, там пусть 400 с чем-то оно обойдется. Это нормально. Таз не хочу дорого, хотя таз еще удобнее для мытья полов. А вот ведерочка 5 литров, в принципе, нормально. Мне кажется, оно всегда пригодится. Но не было на складе. Не знаю, посмотрю, если будет, то 5-литровое возьму. Ну вот, в принципе, все, девчонки, что хотела вам показать. В конце у нас подарочки для новичков. И это отличный набор уходовых и косметических средств линейки Beauty Lab. Здесь у нас и маска Detox, и матирование очищения тканевое, кислородная экспресс-маска, и
корректор, он у меня сейчас есть в использовании, хороший корректор, достойный, и повязка на голову, вот такая вот новинка. Целых 4 средства за регистрацию в компании может получить новичок. Если вы еще не зарегистрированы, я оставлю ссылку. Она всегда у меня, в принципе, под видео для регистрации, по которой можно пройти, покупать со скидкой и еще получать подарочки от компании. Спасибо всем за просмотр. Если я была вам полезна, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.